26 супружеских пар Ненецкого округа получили направление на ЭКО. Проезд до столичной клиники и обратно для обоих супругов осуществляется за счет окружного бюджета. Консультировали пациенток в Нринмаре. Желающих получить процедуру ЭКО в рамках системы обязательного медицинского страхования специалисты из Санкт-Петербурга. Всего на прием к питерским репродуктологам записались около 50 женщин. Прием провел кандидат медицинских наук Дмитрий Геркулов. Экстракорпоральное оплодотворение – одна из востребованных медицинских услуг, которую жители Ненецкого округа могут получить за счет государства. В этом году выдано 26 направлений на получение этой высокотехнологичной услуги. В прошлом году в результате ЭКО в Ненецком округе родились 8 малышей. Здесь провести консультации и помочь профессиональной консультации в плане преодоление бесплодия, подготовки к протоколу ЭКО и проведению протокола ЭКО. Сами по себе вспомогательные репродуктивные технологии включают вообще две процедуры – это искусственная инсеминация и протокол ЭКО. Поэтому здесь мы проводим и как предварительные консультации по вопросам возможности преодоления бесплодия без вспомогательных репродуктивных технологий, так и направление на именно ЭКО. По показаниям врача и при наличии результатов анализов направлением на ЭКО занимается Департамент здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАУ. Порядок предоставления очень простой. Как отмечает специалист департамента Мария Батьковская, ожидание приглашения от медицинской организации минимальное – 1-2 недели. Здесь самое главное – сдать необходимые для процедуры ЭКО анализы. Показания для процедуры экстракорпорального оплодотворения у нас определяет лечащий врач. Проводит все обследования и собирает пакет документов на пациента и направляется к нам сюда в департамент. Комиссия департамента рассматривается пакет документов. И если не требуется никаких дополнительных обследований, женщине предлагается выбрать медицинскую организацию, в которой бы она хотела пройти процедуру ЭКО. Далее мы направляем документы в медицинскую организацию, они их рассматривают и уже приглашают женщин для проведения ЭКО. Если так случилось, что после первой процедуры беременность не наступила, пациенты имеют право на повторное включение в лист ожидания при условии соблюдения очередности. По сравнению с другими регионами Российской Федерации, в нашем округе вся процедура направления при активной позиции пациентов занимает примерно 30-40 дней. Елена Семеновичева, Вадим Стасюк, телеканал «Север».